Сергей из Ленинграда интересуется. Здравствуйте. Откуда? Как зовут? Белгородская область, поселок Викторополь, Дарья Дьяченко. Отлично. На самом деле получилось, на мой вкус, и не очень рок, и не очень попс, и вот как-то между прошло. Что-то между, да, да, что-то между. Ну, так получилось. Если бы мы все повернулись, к кому бы пошла? К Сергею Шнурову. Естественно. Если бы я был машиной в караоке, сейчас бы было написано, вы поете очень хорошо, но как наставнику голоса мне не хватило вот этого ярко выраженного тембра, который я все жду с нетерпением, чтобы сказать, это шаг уже к тому, чтобы потом можно было в результате получить уникального артиста. Угу. Потому что артиста нужно как, чтобы местами нельзя было поменять, понимаете? Вот Александр Яковлевич Розенбаум может спеть другой человек, он может спеть даже как-то по-своему ярко, но вот заменить его невозможно. При всей моей любви и уважении к Константину, скажем, в проекте «Виагра» бывает, девочки меняются. Меня никогда не было, я просилась. Я готов поспорить, что мне вот первый состав «Виагры» нравится больше, чем все остальные. Да. Первый состав всегда лучше. Слушать второй состав, честно потому говоря, что я первому храню честно, верность. Честно говоря, да, даже я не помню. Ты был помоложе и не женат, поэтому все даже было гораздо лучше. Где первый состав, где второй. Вы знаете, я бы хотел сказать вам, простите, сколько лет? 24. 24. Просто, вы знаете, природные данные у вас отличные. Великолепные. То есть звонкий, мощный голос, но он до такой степени, знаете... Вот лысый, как колено, знаете. То есть, ну, нету ни мелизмов, ни хрипотцы, ни каких-то акцентов. Просто для меня это все-таки больше такой крик, знаете. Вот вышел человек Поняла. В поле и кричит. Ага. Но это не совсем пение все-таки. Хорошо. Для меня. Спасибо. Спасибо за ваше мнение тоже. Спасибо большое. Спасибо. Можно обняться с вами? Я не упущу этот момент. Спасибо, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте.